27 октября в актовом зале акционерного общества «Атомтранс» прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню работника автомобильного транспорта. Открыл собрание директор акционерного общества Михаил Лосенко. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим праздником профессиональным. Желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, счастья, добра, улыбок, как вы, вот всегда, как вот мы улыбались, когда нас поздравляли дети. С праздником! Михаилу Васильевичу вручили нагрудный знак от Министерства транспорта России. В свою очередь, за особые заслуги и большой вклад в развитие отрасли и предприятия директор «Атомтранса» вручил грамоты и благодарственные письма от Смоленской областной думы, губернатора области и от руководства предприятия, а также отметил передовиков денежными премиями от «Атомтранса». Членов профсоюза, которые активно участвуют в общественной жизни предприятия и города, председатель профсоюзной организации Сергей Егорушкин отметил благодарственными письмами и премиями.